Человеческий дух способен творить настоящие чудеса, особенно в сочетании с удивительной поддержкой со стороны братьев наших меньших. Эта история случилась в январе 2022 года в США. Яхтсмен из Южной Калифорнии Скотт Томпсон переплывал пролив Санта-Барбара на своей лодке. Все шло хорошо, но внезапно погода сильно изменилась. Мужчина понял, что находиться на воде становится просто небезопасно. Поднялись сильные волны, подул мощный ветер. Яхтсмен находился в нескольких километрах от берега, когда решил вернуться обратно на сушу, подальше от разбушевавшейся стихии. Но ему так и не удалось совершить задуманное. Внезапно поднялась сильная волна, которая качнула лодку и столкнула Скотта в воду. Мужчина оказался в холодном океане, но самое страшное заключалось в том, что лодка продолжила движение без управляющего. На судне был включен двигатель, поэтому Скотт не смог догнать его, чтобы забраться на борт. Мужчина оказался в тяжелой ситуации. Он был в холодной воде далеко от лодки, только в легкой футболке и шортах. Скотт подумал, что это его последний день в этом мире, но мужчина не сдавался, он боролся за жизнь. Хотя понимал, что шансов на спасение у него немного. Из-за непогоды в море не было других лодок, а долго находиться в воде далеко от берега у него не было сил. Скотт продолжил держаться на воде, надеясь на спасение. Мужчина думал о своей семье, о любимой жене и детях. Он двигался к берегу, не теряя надежду все-таки доплыть до спасительной суши. Но все очень усложнялось тем, что вода была по-настоящему холодной. Мужчину начала обволакивать настоящая тьма, он тонул. Но внезапно в его несчастную судьбу вмешался непредвиденный фактор. Мужчина вряд ли остался бы в живых, если бы не неожиданная помощь. Скотт почувствовал, как кто-то подталкивает его наверх. Он почти потерял силы, но вскоре понял, что происходит что-то необычное. Какой-то импульс придал ему сил, поднял из водной пучины. Потом Скотт все-таки понял, что же произошло. Его вытолкнул из воды тюлень. Животное поднырнуло под человека, а потом помогло ему подняться наверх. Эта неожиданная поддержка придала сил мужчине. Скотт почувствовал, словно кто-то свыше дал ему знак продолжать бороться. В его ситуации такая необычная и внезапная помощь была очень кстати. Поддержка тюленя оказалась своевременной и такой нужной. Мужчина с новыми силами поплыл дальше. В общей сложности Скотту пришлось находиться в воде более 5 часов. Все это время мужчина старался двигаться вперед в темноте и холоде. И в итоге яхтсмену удалось достичь нефтяной платформы. Работающая на ней бригада помогла мужчине подняться наверх. Наконец-то он оказался на твердой поверхности. Скотту была оказана медицинская помощь, его обогрели и накормили. Мужчина считает свое спасение настоящим чудом. Того же мнения придерживаются и работники нефтяной платформы, которые помогли Скотту. Они считают мужчину героем, ведь он смог несколько часов продержаться в холодной воде посреди Тихого океана. Скотт провел в больнице ночь, у него были порезы, синяки, обезвоживание и переохлаждение, но он остался жив. И в том числе благодаря тюленю, который придал Скотту сил для дальнейшей борьбы. Мы так мало знаем о братьях наших меньших. Часто эксплуатируем животных, используем их для еды или развлечений, при этом они способны помочь нам в трудную минуту, проявив настоящее сострадание и доброту. На этом все, друзья. Делитесь этим видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!